На встречу с Игорем Бедриным пригласили руководителей управляющих компаний, членов ТОСов. Один из главных вопросов – это введение социальной нормы потребления электричества. То есть это тот объем потребления электроэнергии, который будет оплачиваться по сниженному тарифу, ну а то, что сверх нее – по более высокому. За счет этого планируется снизить разницу между экономически обоснованной стоимостью электроэнергии и тарифами для населения. На Кубани соцнорму, которая, кстати, самая большая по стране, введут с 1 января. Сейчас она утверждена в размере 250 киловатт-часов в месяц. Это на одного одиноко проживающего. Соответственно, на следующего проживающего это 60 плюс 60 киловатт, и на каждого последующего плюс еще 40. Важная вещь, что это будет применяться к зарегистрированным гражданам в соответствующих жилых помещениях. Освободят от социальной нормы одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи, а также жители аварийных домов с износом свыше 70%. Обсудили на совещании вопрос роста тарифов в 2017 году. На сегодняшний день уже принято решение правительством об ограничении размера, роста размера платы с 1 июля 2017 года по субъектам Российской Федерации. Мы ожидаем, что по теплу, по воде и водоотведению рост тарифов с 1 июля 2017 года тоже не превысит 4%.